Берите Гугис с вами с Гугис. И только что вышла вторая обнова. Там добавили просто кучу всего. Обычно, когда выходит вторая обнова, то там должно быть совсем чуть-чуть. А тут прям очень много добавили. И начнем мы с нового вот этого места. Тут у нас возле гонок построили вот такую вот огроменную домину прям. И в нее даже можно заехать. Ну, а это чуточку позже. Начнем мы с того, что теперь наконец-то можно красить стекла. Как вы знаете, на новых машинах... Ой, блин, ну ёханый дрон. Как вы знаете, на новых машинах, если мы зайдем в окна, покрасим их как-то, перейдем в игру, и у нас окна вернутся в стоковое состояние. Но теперь мы можем их красить. Вот, например, покрашу в красный, почему бы и нет. И после перезахода она все так же остается красным. То есть этот баг уже пофиксили. Все, можно вернуть, как и было. И, наконец-то, этот баг пофиксили. Так, дальше, что же еще добавили? Погнали, покажу новое здание. Смотрите, вот такое вот здание. Это у нас какой-то, как я понял, торговый центр, или еще как это можно назвать. Тут, видите, куча всяких брендов. Ну, конечно, они немного искаженные, например, KFC. Немножечко, так, совсем чуть-чуть искаженные. И туда еще есть въезд, но туда мы чуть-чуть попозже вернемся. Далее, у нас теперь вот это вот здание, сейчас я с дрона покажу, вот это вот здание, которое раньше было, оно полностью изменено. Смотрите, как оно красиво начало выглядеть. Оно очень детализированное стало. Тут даже витрины какие-то проглядываются. И оно в таком каком-то старинном стиле выполнено. Вот тут вот такие даже всякие стразики есть. Это все детализировано. То есть мы вот куда едем, мы это не замечаем. То есть, соответственно, разработчикам это как бы делать не обязательно. Но они постарались и сделали так, что вот тут вот, где-то там даже наверху, есть такие вот стразики. За это прям очень большое спасибо, что так детализировали это место. И еще тут сверху у нас вот такая вот крыша с каким-то куполом. Вот такой вот купол. Я сначала подумал издалека, что это какой-то маяк второй, но это такой вот купол у этого здания. И вот тут повесили флаг Турции. Теперь посмотрите на окна квартир. Квартиры тоже хорошо так поменяли. Тут теперь такие вот окна. Как вы знаете, у нас, если включить ночь, у нас вот такие вот везде окна встают. Но теперь они встают такие всегда. Теперь мы всегда, когда у нас и день, и ночь, и вечер, всегда у нас такие вот окна светятся. Дальше еще одно здание, его тоже еще изменили. Вот, смотрим. Вот. Тут тоже теперь всегда окна вот так вот светятся. Тут какие-то корректировки были. На крыше тоже какую-то штучку добавили. Здание изменили. Ну и если мы включим ночь, у нас светятся не только вот эти, а вот еще какие-то дополнительные окна тоже они светятся. Достаточно прикольно они сделали. Когда мы включаем ночь, в вот этом новом здании теперь включаются все фонарики. И все вывески, и все-все-все начинает вот так вот очень красиво и ярко светиться. Вот, как же это красиво и атмосферно выглядит. И видите, окна тоже в таком разброшенном порядке светятся. И тут, и тут. Во-первых, у нас вот весь город начинает светиться. Но также, видите, у нас тут были такие же квартиры, только вторые. И у них тоже поизменяли вот так вот стекла, как там стекла новые. Дальше, смотрите, что я заметил. Это какой-то новый кран. Кран тоже изменили. Короче, город просто полностью почти изменили. Вот мы уже в меню, и просто посмотрите в правый верхний угол. Нам наконец-то вернули ранги. Да, как вы знаете, у нас их отжали, эти ранги убрали и обратно вернули. За это большое спасибо. Во-вторых, у нас произошел фикс багов. Посмотрите. Вот такой вот свет фонарей был просто по всем дорогам. А теперь наконец-то сделали так, что этот свет фонарей только там, где есть фонари. Наконец-то этот баг пофиксили, очень мешало. Ну и если мы сейчас зайдем на новую карту, то тоже некоторые баги пофиксили. Помните эту машину, и она была какая-то розовая. У нее были розовые стекла, и это пофиксили. Теперь у нее нормальные стекла, все хорошо. Ну что, пацаны, как я обещал в начале видео, сейчас мы заедем в эту новую мега-домину. Погнали. Заезжаем. И что же тут может быть внутри? Просто. А внутри тут такая вот пустота. Такая вот как бы площадочка. Тут можно покататься. Ну и дальше мы видим, что тут есть еще какая-то парковочка. Возможно, ее тоже изменят. И да, ее вроде бы как-то изменили. Тут у нас новые текстурки завезли. Чуть-чуть поменяли. Более насыщенную ее сделали. Более всяких разных деталей напихали. Такие вот стрелочки добавили. Ну, чуть-чуть все-таки изменили и парковочку. И это за это лайк. Вот такая вот вторая обнова. Если вам понравилось видео, можете подписаться или поставить лайк. Но если вы хотите вот эти вот новые тачки из новой обновы, то я уже сделал скрипт на них. Можете посмотреть и получить их бесплатно. Я с вами прощаюсь. Всем пока.